выигрывать, чтобы очки удваивались. Рафи НМ, National Master. Так, давайте Е4, кстати, хорошо идет вроде бы. Уже несколько партий, да, выиграла? Так, что, сицилианку, давайте, ой, эту сицилианку, что я говорю, испанскую, да, сыграем? С Д3 я сыграю. Давайте вот этот вот модненький вариант на, в нынешнее время. А3. По полям, по полям. Кстати, на эту тему я тоже записала урок. Кому интересно, можете посмотреть. Тема тоже у меня была. Так, тут b4 один из ходов. То есть ход d4. Так, или слон e3. Давайте слон e3. c5. Так, а может теперь слон g5? Хочу коня разменять. Хочу полем d5 я воспользоваться как-то. Так, пёсики свирепствуют тут. Пёсики недовольны. Разменяем, потом слона на коня пытаюсь поменять здесь. И полем d5 воспользоваться, потому что d5 поле, ну, слабое. Так, вот давайте вот эту вот позицию пойдем. На понимание попробуем тут вот как-то. c3. Да, потом вот b4 есть идея. А, куда еще можно коня? Ну, f5 он хочет. Давайте b. А, еще. Подождите, еще a4 есть. Давайте a4. Я b4 попытаюсь вынудить, и потом коня перейду на c4. Потому что образуется еще одно слабое поле. Вот, идея моя нарисовалась здесь. Ага, нервничает, товарищ. Хочет менять. Уйти, что ли, пока? Давайте разменяла. Коня сюда надо, с коня. Как мне его туда? РП3 пойти. Давайте сюда напал пока. И f5 заодно не даю, потому что связана пешка. Сейчас вот идея у меня на коня второго на это поле. Ну, долго, конечно. Да, сюда ладью, сюда, сюда, сюда и сюда. Вот, вот так вот будем идти. Ну, позиция неплохая, мне кажется, сюда. Напряжение теперь грожу. Ага, b4, видите? Пошли, пошли, пошли. Сюда, сюда, сюда. По полям, по клеточкам. Сюда. D5 какой-то ход. D5 нет. E3 пора. Пора. Позиционно хорошая у меня сейчас ситуация. Все, надо выиграть, конечно, так. Гажу CB. Сюда гажу и потом сюда. Так, вот эти ладьи надо уже в другое место вести. Они уже им по линии А делать нечего тут таким образом. ЦБ угроза. Давим, давим. Супер. По полям давим. Угроза есть. Угроза есть. Ладью потом, если что, на линию Д вот эту отправлю, потому что делать по линии А ей будет нечего. Ну и ладья на А2, да? Смотрите, вот уже не нравится ему. Так, пошла. А на этот ход я пешкой. Да, пешкой, наверное. Ага, смотрите. Да. Тут напал. F3. Да. На D6 переключаемся. Конь f5, d5. А пока. Ой, ладья f3 зевнул. Фуф, не заметил. Не заметил. Так, как тут выигрывать-то? Отличная позиция. Как дожимать? Давайте профилактику сделаю, не повредит. Да? Да?
Оп! Шикарно, блеск. Ну, эту партию очень хорошо провела, не буду даже скромничать. Очень красиво по полям его переиграла. Видите, вот все идеи провела в этом дебюте в испанской партии с d3. Идея оставить хорошего коня против плохого слона. То есть вот здесь, да, вот мы меняем слона на коня f6 для того, чтобы пользоваться полем d5. И вот здесь по полям, по клеточкам я его прямо очень... Вот это типовая структура, которая для черных не очень приятна из-за того, что конь в этих позициях сильнее, чем слон. Из-за того, что очень много слабостей в лагере черных, именно слабых полей. Да, и вот здесь видите, как по полям... Очень хорошо тут, мне кажется, я эту партию провела. Позиционный зажим получился. Вот. Смотрю чат. Обязательно пишите комментарии.